Всем привет-привет! Вы на канале Саша и Вера, деревня в Чувашии. Индюшки уже спать ложатся, цыплятки тоже приготовились ко сну. Наелись, напились, нагулялись за день. Спокойной ночи, малыши! Ягодки, да, чтобы чистые были, чтобы молочко чистое было. Моем мыльной водички теплой. Да, ягодка. Ты моя хорошая девочка. Так, убираем водичку. Вытрем насухо. И подоим. С этой птички всегда похуже, с этой получше. Кушай, мой хороший. Не хочешь капустку? Давай уберу. Хлебушек ешь тогда. Вкусно, да? Ягодка, вкусно? Вкусно тебе, моя хорошая, да? Давай, кушай, кушай. Надоили молочка. Сейчас перельем, процедим. Хорошее молочко. Ягодка у нас молодец. Вот эта баночка у нас за сегодняшний день. Утреннее и вечернее молочко. Почти 3 литра. Почти рекорд. Вчера тоже столько же было. Ура! Аня сделала сегодня вот такие прекрасные ящички из сетки для переноски десяток и прочей живности. Сейчас мы это испробуем.
мы домой идем в тепло греться. Принесли гусяток домой под лампочку, чтобы ночью тепло было. Вот сразу. Кушать, пить пошли. Вы что, травы не наелись? Всю траву выщипали. Бегом, бегом. Даже удобный ящик для переноски. А если ездить торговать, то вообще красота. Сложил машинку и поехал. Ну что, всем пока!